Всем привет! Вы на канале Скинэнджин. Сегодня я расскажу, как научить собаку команде бой. Ставим стул немного наискосок и просим собаку запрыгнуть на него. Запрыгивает, хвалим. Когда собака начнет запрыгивать на стул уверенно, просим ее спрыгнуть со стула чуть быстрее. Обязательно хвалим собаку за любую правильно сделанную ею попытку. Далее наклоняем стул чуть ниже и просим собаку сделать то же самое. Иногда собака может делать что-либо неуверенное, поэтому стоит повторять попытки снова и снова. Чтобы собака легче сориентировалась, можно подставлять ногу. Далее мы переходим на стену, и чтобы собаке было легче опять же сориентироваться, можно подставлять ногу. Когда собака будет прыгать уверенно, ногу можно будет убрать.